В мае поедем в Камбоджу опять. В мае? Чепа платит. А? Okay. А мы наконец попадем в Ванкор. Я просто мечта не исполнилась. Я приехал в Камбоджу, не побывал в Ванкоре. Старик, каждой стране нужно оставлять что-то, что ты еще не видел. Анкор, мы к нему надо очень серьезно готовиться. Там куча этих туристов. То есть я специально там разговариваю, чтобы сходить туда, где не ходят туристы. Понимаешь, потому что там сейчас вытоптали все. То есть там мало энергии. Бегают, пингоуты. Понятно. То есть нужно либо, грубо говоря, ночью там. Это отдельная история, понимаешь? То есть ты разочаруешься в Анкоре. То есть, с туристами. Короче, ты офигеешь, но мне это уже не интересно. То есть нам нужно другое. Вау. Понимаешь? Анкор, там. У нас там еще столько мест, и ты вообще еще ничего не видел. Ничего не видел. Вообще ничего не видел. У меня остров. Ты не видел ни островов других, которые просто. Просто два острова. Два. Прям. От них расстояние 300 метров друг от друга. Один остров. Там дальние острова. Мы такой. Здесь какая-то. Ты заходишь, все в кораллах. Ну, в этих вот в кораллах. Ежа там, наверное. Не, высохших кораллах. Остров. Идет здесь какое-то захоронение, прям захоронение. И дальше ты проходишь, и стоит дерево, да? Вот, которое вот просто как в аватаре, да? Вот это одно. И оно просто если мы встанем впятером, мы его обхватим. Одно. На остров, там 100-200 метров, на 50. Просто вот космическое, да? Стас, ты был же, да, где-то на острове? Ой, а где дерево было? Да, я только подошел. А, ты не был. Забудь, он не был. Там не... Не угадал. Да, не угадал. Он такой вот квадратный, там реликтовые деревья. Вот на них, вот если вот там вот, который... Вот я хочу, чтобы там такие дорожки повесить прямо на деревьях, как вот в Индиана Джонс. Чтобы вообще не было, то есть, и такой, там прям... там лодка ушла, а мы остались, И закат, вот солнце, закат. И мы лежим такие. И налетают вот с такими крыльями, как в аватаре. Вот эти вот драконы, вот прямо. Мы лежим и просто, самые дуры. Над нами, как в 41-м году, вау, просто эскадрон, вообще просто картина с ума, у нас ни камеры с собой, ничего не было. Ну, так получилось вообще, как идиотские слова. Обидно. Ну, не обидно, просто если еще снять. И они летят просто, и вылетают на территорию между этими островами. И солнце там видно восходить. С этой стороны луна уже горит. Просто луна. Здесь солнце, то есть вот справа. Значит, смотри, вот один остров, другой остров. Здесь солнце, закат, а здесь луна. И они, эти 50, этих вот с такими вот крыльями, как в аватаре, вот эти видели? То есть вот прямо вот такие вот крылья. Вот, ну то есть это вообще просто вот драконы. И они начинают вот так вот. И вот так. То есть еще два человека видела, они больше нигде не летают. То есть Дима видел, то он прилетит, расскажет. Он прилетит. Какого они размера? Здоровые. Они большие, какого они размера? Маленькие или такие огромные? Ну сказали. Ну они где-то на вот такие вот, наверное. А кто это был? Я забыл, как они называют. Летучие лисы? Не летучие. А лисы как называют? Птицы. Да, я забыл. Ну то есть вот реально, то есть Камерун снял вот этих вот летающих, ну точно абсолютно с них. Ну точно, стоп. И они 50 штук. А видос есть? А? Я тебе расскажу, это дурацкая история, именно не было видео, знаешь, то есть поэтому можно будет с ней сделать. И они 50 штук, и они абсолютно автономно каким-то образом кружатся, то есть мне даже не передать это. И ты берешь вот так вот начинаешь смотреть, и эта картина, вот знаешь, вот калейдоскопе, ты смотришь, да, вот в этом. И это просто вот так вот, то есть это просто что-то космическое, то есть как они это... Ну, то есть это вообще просто как, такое ощущение, что ты попал в какое-то вообще другое, на какую-то другую планету, абсолютно другую планету, потому что никого вокруг, как вот показывают в космических фильмах, такое солнце такое огромное, а тут луна, да, то есть
И, то есть, ну как, знаешь, там типа планета, где два солнца, там, я не знаю, то есть они просто, вот, ну, просто фантастические вещи. И там, то есть там такие места, где нет вообще никого. То есть таких в мире, ну там, ну реально не найти. Ну лучше это не выкладывать, потому что поедут же, будут искать остров с деревом. Искать. Я тебе скажу, слушай, ну туда добра, ну то есть, ну там было, ну, из русских там было, ну может человек 15-20, ну 30, окей. То есть, ну и... Ну, да, даже более, вот там, где вот эти вот, да, летают, я думаю, что там, ну, вообще никого не было, потому что это нужно поймать специальное время, чтобы были восходящие потоки, ну, в общем, это, короче, целая история. И мы, я думаю, случайно у вас получилось, да, что так, никто же не пригадывал. Не знаю. Я там, я говорю, так, все, значит, мне нужна акула 5-метровая. Брали все 200 километров и вернули, что не нашли. То есть мы же от Сибобы туда загнали всю эту фигню. В общем, это, конечно, космическое. Я считаю, что это космическое место.